Аргиопа брюниха, или паук-оса, вид араниоморфных пауков. Является представителем обширного семейства пауков-кругопрядов. Средней величины пауки. Длина тела самок до 2 см 5 мм. Самцы значительно мельче, до 0 см 5 мм. Ноги длинные и тонкие, длина до 3 см. Укус аргиопы довольно болезненный, сравним с пчелиным или осиным. У осиного паука довольно сильные челюсти, и он относительно глубоко прокусывает кожу, а затем пускает в рану яд. В большинстве случаев для человека яд не опасен.